17 августа в актовом зале Северо-Восточного государственного университета прошло заседание Общественного совета при УМВД России по Магаданской области. Участники заседания рассмотрели несколько актуальных вопросов, один из которых был о проведении на территории Магаданской области оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021». Многолетняя практика проведения таких мероприятий показывает, что этот вариант обеспечения безопасности в сфере добычи и использования водных биологических ресурсов является одним из самых эффективных. Именно поэтому его проводят ежегодно, не опасаясь каких-либо возникших проблем. Естественно, главная цель проведения Путины – это предупреждение и пресечение браконьерского вылова рыб. Это оперативно-профилактическое мероприятие в этом году проводится с 1 июля по 1 октября. В проведении Путины активно помогают не только сотрудники органов внутренних дел, а также Росгвардии и пограничного управления ФСБ. Однако необходимо признать, что лица, занимающие незаконной добычей лосося, принимают меры для обеспечения защиты криминального бизнеса. Их в арсенале находятся быстроходные катера и техника высокой проходимости, спутниковые телефоны, приборы ночного видения, тепловизоры. Сотрудникам органов внутренних дел необходимо не только обнаружить место незаконной ловли рыбы, но и документально зафиксировать промысел, поэтому приходится действовать изобретательно, как на уровне технического обеспечения, так как уровень технического обеспечения недостаточен. Несмотря на это, на сегодняшний день пресечено 62 факта браконьерства. Возбуждено 12 уголовных дел о незаконной добыче водных биологических ресурсов. Согласно статье 256, часть 1 УК РФ, подобные нарушения наказываются штрафом от 300 до 500 тысяч рублей, либо исправительными работами, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Наибольшая часть таких преступлений произошла в Вольском районе.